называют албанским Чернобылем. Питер тоже в кадре у нас сегодня. Ребята, всем привет. В общем, вы как знаете, я сейчас отдыхаю в Албании, мы отдыхаем с мамой. И сейчас мы купили себе такую поездку на корабле. Первым пунктом у нас остановки нашей был остров Сазан. В общем, когда-то это было военной базой. Весь остров, военные здесь жили, здесь военный городок, здесь много бункеров. И раньше эти военные даже не покидали этот остров. Они здесь прям на постоянной основе жили. С ходом истории, с ходом событий, с этого острова все выехали, базу закрыли. Здесь есть еще несколько охраняемых объектов, но как таковой самой базы уже нету. Именно поэтому здесь остались такой, знаете, остался город-призрак с военными базами, бункерами и пустыми домами. Вот, например, вот такие дома. И здесь на самой вершине еще стоят другие, прям многоэтажные дома, все, но полностью пустые. Сейчас я вам немножко покажу этого острова. По историческим данным, до 80-х годов прошлого века каждая албанская семья имела свой личный бункер. Вы только представьте масштабы бедствия и диктатуры в этой стране, что каждая семья имела свой бункер. Не знаю, я когда смотрю на эту страну, она очень красивая, все, но она настолько уничтожена. Как говорят, что здесь, именно в Албании, был один из самых страшных диктаторов всей Европы. Поэтому страна красивая, но она только-только-только встает с колен. И вот этот остров Сазан пример тому. И говорят, что
ждут, может быть, какие-нибудь будут спонсоры, может, еще что-то, которые поднимут и возродят этот остров. Потому что здесь есть что смотреть, здесь красиво, здесь природа, здесь потрясающе, тем более это остров. Есть даже коробки от зданий, но нету возможностей, нету пока что средств. Вот. Потенциал есть, как всегда, нету средств. С личным гидом. Это было бы классно. Группой не советую, потому что вы не успеваете, вам не дают все посмотреть, вам показывают только половину. Другое что. Действительно, остров был бы классный, если ему дать ума привести его в порядок. Еще один такой нюанс. Остров опустошен не полностью. Здесь есть какая-то закрытая территория, где запрещено снимать. Вообще делать фото, видео, и она храняется, там стоят камеры, там стоит решетка, все. Поэтому вот. Действительно, еще такая часть осталась. Ну а в основном город, остров, ну что это можно сказать, город, он пустой. Еще такой нюанс, что этот остров называют албанским Чернобылем. За его вот эти вот пустые дома, разруху и бедствия.